звездочка какая-то слева от Луны. Может, это я в кадре не вижу. Но окуляр вижу слева на экране, не видно, да? Жаль. Здорово смотрится. Ладно, 23 августа 2020 год. Харьков. С днем города харьковчане. С днем прапора украинцы. С днем флага. С днем. Так. На автоматических настройках решил поснимать. Сейчас резкость. Ищем резкость. Походу будет и здесь. Тени какие. А, это не тело. Да. Ну, еще с резкостью поиграюсь. Тяжело. Дрожит все. Да, так себе уже опускается в плотные слои атмосферы. Через плотные слои атмосферы смотрим на Луну. Она сейчас у нас за вышкой спрячется, да? Луна, 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 Луна. Здравствуйте. А что вы снимаете? А подойди, посмотри. Подожди, я отключу. Только три нога не зацепи. Подойди, посмотри, на экране же видно, что я снимаю. Видишь? А что такое? Луна. А. Только не матюкайся, потому что это сейчас видеозапись идет. Надо пишет звук. А, ну снимаем. Ну да. Да, он там еще сейчас, видишь, Юпитер, Сатурн, кольца Сатурна сейчас снимет. Площадку нашел, где открытая местность для народу. Мне шастает много. Нормально увеличивает, да? Что телескоп. Сейчас наведусь на... На Сатурн, кольца Сатурна будет видно на экранчике. Сейчас попробую его поймать, конечно. Сейчас. Знаешь, мне не хватает даже... Ручки, чтобы его отрегулировать, приходится три нога вот так вот по земле возить.
елки-палки. Такой неуловимый у нас. Вон. Уже почти поймали. Сейчас должен влезть в кадр. Земля вращается, и он сейчас должен на уголочке. О, видишь? Видно кольца? Хочешь, посмотри, в окуляр будет четче видно. Вот тут глазок. Красота. Это 1,5 миллиарда километров до этой планеты. 1,5 миллиарда километров. Видишь, кольца развернуты. Вот эта техника такая позволяет сейчас сделать, представляешь? Так, и что у нас осталось? Осталось у нас попасть на... спутники... Юпитера. Долго на Сатурн попадал. Опс. Так. Вот это у нас справа Ганимед, но вот сейчас он прямо по центру экрана. Прямо по центру экрана Ганимед. Сейчас будет слева влезать Юпитер. О, огромный. Ты посмотри, как плывет атмосфера. Какой кошмар. Ну, земная, конечно, не Юпитер. Слева два спутника, справа Ганимед, а слева первый спутник ближе к Юпитеру. Это Европа. Дальше идет Ио. А Каллисто так далеко, что Юпитер просто сейчас исчезнет уже за пределами экрана. И только тогда Каллисто вползет в кадр. А вон он в самом уголочке. Ну ладно. Так, ладно, слетаем на Луну. Еще разок. О, а Луна-то у нас уже за вышкой. Ничего. Мы пролезем между капельками дождя. Просочимся. Сквозь вышку. Ай, красота. Красота, ляпота, 363, по-моему, тысячи километров сейчас от Луны до Земли.
В общем, пожалуй, все. 23 августа 2020 год, Харьков. Двадцать сорок один по Киеву.